Всем привет из солнечной Флориды. Такая вот у нас теплая погодка здесь. В отеле на парковке сейчас. Пили крокодилоловку. Здорово. Крокодила уже одного поймали, он в сетке стоит. Чё ты там прячешься? Чикен наггет. Ладно, ладно. Как вы уже поняли, мы не во Флориде. Мы на Орегоне. Чикен, чикен. Поджаренный. Так, туда не пускают, там морские котики сегодня гуляют. Вон он один. Торчит. Покажи, что это. Во. Они оттуда не вылазят. Это уже мертвое. Эти, наверное, тоже. Как вам такая парковка? Припарковался и океан. Если хочешь, чтобы дети не лазили во всяких речках, говоришь им, что это с туалета. Вы думали, песок только во Флориде? Вау! Мы были вот там. Ну, ветерок дует. Ай, нет, песочек очень теплый, хрустящий, можно сказать. Песок прям горячий. Как может в таком прохладном ветре быть такой горячий песок? Такие дюны интересные. Давай, иди! А, здесь такой горячий прям. Главное, вот здесь вот наверху холодненький, а здесь вот горячий прям. Интересно, ветерок остывает, да. Короче, мы уже не знаем, какой по счету этот город. Я за них рад. Ух ты! Вау! Жалко, что ветер, нельзя на дроне полетать. Да, красота, конечно. Такая прикольная дорожка. Да, сегодня ветрено. Но красиво, это капец. Это вообще запах такой океана. Природа, конечно. Мы находимся в Орегоне, на океане.
так южно мы еще никогда не уезжали. Вывез свой помет на океан. Такие красоты здесь. Налево пойдешь, направо пойдешь. Ущелье океана найдешь. Короче, есть такое ущелье, и ветер хорошо все равно заходит. Такая вот лестница вниз. Как океаном источенные деревья, да, вообще. Звук, наверное, так себе из-за ветра. Ребята, звук, наверное, плохой из-за ветра, но поверьте мне на слово, это что-то великое, что-то грандиозное, что-то мощное и одновременно страшное. Да. Это был сюрприз. Хорошо, мы не там. Здесь такие прудики, заводи. Да, звук, наверное, вообще плохой. У меня нет микрофона. Покажи, что там. Краб ракушка. Ой, там два краба. Ну-ка, отойди, Полина, от солнышка. Нет, там один краб. Это его кожа. Это его кожа? Да, это его кожа. Как это? Серьезно? Точно? Нет, это краб, Матвей. Это краба нашла, прикольно. Нет, это краб. Давайте соберем. Это краб. Какой-то бренди маленький. Покажи, Матвей. Давай этот. Классно. Кипяти воду, давай. Здесь, короче, ракушки можно набрать, сварить. Большая волна. Сейчас как даст. И меня накроет, ребята. И никто не будет вам больше снимать видосы про стройку. Ближе подойдем, чтобы эффект был дабл-трипл. Ракушек здесь, это все вот это все ракушки, ребята. Это можно все сдирать. О! Мокренько. Солененько. Ребята, это просто красота неписанная. Сколько раз я сказал, ребята, раз 30 уже. Здесь бывает вода, потому что я не думаю, что она так поднимается, но здесь, короче, актинии. По-моему, актинии. Прикольно, когда трогаешь, она такая, ай, отдай, липкая такая, прилипает, присасывается. Прикольные вещи такие интересные, морские. Ну-ка, вот это, о, видишь, прилипают пальцы. Такие вот интересные животные. Или как этот, как его, как Дроздов. А это у нас актиния обыкновенная. Чисто идешь по ракушкам. Это все можно наколупать. Сварить, кто любит морепродукты. Я сказал, что они прям сильно аппетитно здесь выглядят. О, покажи, что там.
Это я плачу деньги за ногти, чтобы ты ракушки колупала, да? Понятно. Конечно, ты не можешь открыть, ее ножом открывают. Вон она сидит там. Там какой-то крабик сидит. Здесь такие прикольные, видите, бассейны. Правда, если было бы тепло, можно было бы в них искупаться. Я думаю, они очень соленые и сейчас холодные довольно. Ох, какой красивый здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Этак бы нырнуть сюда. Красота. Хотел это раскрытую актинию показать. Ее трогаешь, она закрывается сразу. И прилипает такая, как присосочки маленькие. Где мы сейчас находимся. Так что приезжайте на Орегон или в Орегон, кому как удобнее. А какие-то растения интересные растут. Правда, до них надо добраться, через вот эту ерунду перебраться. Здесь ущелье. Можно, в принципе. Воу! Воу, ветер! Ветер! Я туда не пойду. Сколько здесь? 5 метров! За одну секунду наполнилась и опустилась. Оба-на! Не пупенься! Я пошел, да? Да ну вы что, красота, да ну, воу! Ну-ка еще раз. Ёшки-матрёшки! Надо отсюда дергать. Не надо, не надо. Если бы вы здесь были, у вас были бы такие же эмоции. Конечно, все для людей сделано в Америке, ребята. Посмотрите. Кто-то пришел, вот это залил сюда, или я не знаю. Все для людей. Чистенько. Ступеньки. Там ни одной мусоринки нет, ребят. Ни одной бутылочки. Не знаю, почему так. Не то чтобы почему срача нету. Почему? Не везде так. Все равно в большинстве своем американцы любят свою землю. Ухаживают за ней. Делают все возможное для того, чтобы было вот так красиво и приятно гулять чисто. От асфальт здесь положили. Вот они мои, помет мой, а бескрайний океан. Такие вот какие-то елочки здесь растут интересные, красивые. Вообще, приятно здесь быть. Хочется здесь быть дольше.
так вот сделали, вдруг кто-то устанет облокотиться. Ну и из-за безопасности тоже. Все-таки здесь такое место. Я, конечно, не знаю, что там со звуком. Я что-то не подготовленный, конечно. Не думал, что вообще что-то снимать буду. А, даже до сих пор не знаю, буду ставить, не буду. Звук, наверное, там шум один ветра, наверное, да? Посмотрим. Здесь очень такая красивая дорожка. Вообще приятно. Вот эти деревья вообще, они такие драматичные вообще. Вот они сражаются за свою жизнь постоянно. А, это же те же самые елочки, только это уже большие. И они вот от ветра так испугают своих. Ба! Спасибо, спасибо. Я вот смотрю через камеру, а вообще не передает. И, кстати, папоротники растут. Ну, сырой здесь климат, конечно. И вот такие вот места здесь, в принципе, по всей дороге, вот по над океаном едешь, Орегон, от не Орегон, а вот есть такой город Линкольн-Сити, Ньюпорт, и вот едешь по над океаном, и в любом месте останавливаешься практически, и везде вот так. Везде какой-то viewpoint, везде какой-то парк. Практически везде можно вот так погулять. И такая чистота везде. Красота. Все оборудовано парковочками, туалетами. Вот так туалеты. Все, что хочешь. Вот, типа платно. Но мы заплатили давно уже. $10 стоит, и везде, где хочешь, останавливаешься. Вешаешь его на машину. Такой, ну как, тикет такой. И все. Да, мы уже вот такую штуку вот повесили. И все. $10. И где хочешь, останавливайся. В любой парк. В течение 3 дней. Можно на год, наверное. Некоторые вот на таких путешествуют штуках интересных. Мы вот на такой. Это вот German Engineering. Проехали 2 минуты. Увидели здесь вот такую вещь. И вот думаем, идти туда, не идти. С нашими присосками. С парипуперами, да. Кто знает, что такое парипупер, это вот. Короче, это называется дьявольская дырка. То место. Мы, короче, решили пойти. Взяли парипуперов с собой. А, сейчас их посадим где-нибудь. Сами пойдем. Там немножко как бы, ну, опасно. Можно туда, в эту дырочку упасть. Такие вот дела. Такая вот красивая дорожка здесь. Вау!
That's cool. Сейчас будет сильно. Это феерическое зрелище. Хорошо, я не взял очки, а то опять все в соли будут. Красота. Вот она идет. Нет? Колодец Тора. Обычно китов наблюдают в этом месте. А это что за штука там? Здесь иногда бывают киты. Можно, в принципе, в любое время года увидеть их. Короче, приехали, и у нас тут такие эти парковщики. Короче, наш отель немножко старенький, но уютненький. Вот это да. Вот это нам подфартило. И на пляжу можно допоздна хоть сколько находиться. Как дома. Такой уютненький. Ну, старенький, конечно, но. Вообще атмосферненько сделали. Какие тут статуэточки. Атмосферненько, конечно. Молодцы. Костер палить. Дров хватает. Короче, сейчас киты здесь были. Но он сильно не выныривает, так чисто. Всплески воды. С форсунки, когда прочищает. Жалко, что он так не часто выныривает, не снимешь. Плюс далеко. Этаж вот, вот здесь, вот здесь. Вон он. Ага. Ага. Какое благословение вот так вот смотреть на Тихий океан. И видеть китов. Это супер. Желаю всем такого. Сейчас все собрались тоже. Хотят увидеть. Ну, там, конечно, так чисто. Видно горб. Горб и всплески от его форсунок и все. Как бы. Вот. Прям попал мне. Приехали. Место здесь такое прикольное. Тут уже вон камин затопили. Здесь вот такие вот рыбы. Такой заливчик. Мы как-то здесь были. И здесь было все в ежевике. Сейчас, правда, еще ничего нет. Это вот постелили, чтобы не по песку ходили. Где то дом? А, вон там, ничего себе. Пойдем посмотрим. Здесь, короче, экспо-арт пляжных строений. Здесь вот с американским флагом. А здесь, короче, трехкомнатная квартира.
стройматериала здесь, конечно, немало. Did you guys build it? No, somebody else. It is. Да. Я думаю, сейчас можно попробовать полетать. Здесь вообще как будто кто-то ночевал, кемпал. Надо будет найти местечко, где не дует, и запалить костерчик. Вон идут. Нашел место. Даже дровишки есть сейчас. Костер запалим. Давай дрова. Во дворе дрова. Что ты там насобирал? Сломать не можешь? Давай, пережжем. Страшно. Давай, давай. Он уже никуда не уйдет. Мы тут пока дрова собирали, нашли тут, короче, целую пачку дров. Это к нам повезло. Главное, чтобы хозяин дров не пришел. Короче, дрончик пролетел ровно метр. Вот, ровно вот такой трос он ровно пролетел. Зацепился за нее же. И упал в песок. И больше не летает. Так что пока без дрона. Надо будет посмотреть, что там песок попал, наверное. Есть такое вот нереально здоровое бревно. Ну-ка, встань. О, смотри, с его рост. Ничего себе. У нас целая пачка дров. Но реально это не постановка. Здесь кто-то купил дрова, купил, принес сюда, и мы нашли. Посмотри, здесь дров не хватает. А дров не хватает. Как вы думаете, вообще есть нужда в том, чтобы дрова покупать? Я нормально смотрюсь. Сейчас придет хозяин дров. Скажи, кто спалил мои дрова? Когда-нибудь видели такой камень, в котором внутри живут ракушки? Интересно. Это камень. Как будто у камина. Музончик бы еще. Я говорю, оно, конечно, прикольно, около костра тепло. Нам-то еще до машины идти. И луна светит. Конечно, песком, а чем ты еще собираешься тушить? Ты ж не в пионерском лагере. Давай туши. Ага. О! Пойдет. Так, почти 10 часов, а еще светло на океане. Класс вообще. Парипуперы уже ноют. Пора домой. Ладно, уже пойдем.
жертвоприношение собрались сделать, зажарить какого-нибудь баранчика. Короче, идем, песок холодный, костер с собой не взять, в темноте здесь луна вот нам светит, путь показывает, ну а нам туда. Доброе утро, океан нас встречает, погодка супер. Сейчас поедем гулять. Забрели, короче, уже довольно далеко. Короче, приехали в пещеру морских котиков. И, короче, 200 фит куда-то идти надо. А, вон они точно, да, видно отсюда. Запах такой, знаете, где-то, как будто где-то котики рядом. Еще здесь говорят, где-то киты плавают. Я что-то не думал, кита пока не вижу. Звук и запах такой, что где-то котики. Здесь, короче, такая смотровая площадка. У тебя есть 25 cents? Вот это они, конечно, сделали, уже 21 век, уже давно пора поменять на эти, они все 25 центов, 25 центов. А, есть у тебя, да? Но это надо сначала увидеть, где киты. А, вон они стреляют, эти. Слушай, это морские котики или моржи? Ну, морские котики. Что, видно? Может, надо это крутить вот здесь? Вот, вот эту надо крутить, Матвей. Матвей, вот сверху, Матвей, вот сверху. Прикольно. Китов не видно. Не знаю, у нас это... Если они говорят, что они здесь выпрыгивают, они говорят о том, что они сегодня здесь будут выпрыгивать. Сейчас мы пойдем будут спускать нас в пещеру, и потом в пещере 200 фит еще будем идти. Вы когда-нибудь видели лифт реально вот в пещеру, в скале, чисто просто вот лифт в пещере? Смотри, я здесь туда смотрю, но там спрятник. Что, вызывай лифт, да? Да, вызывай. Ну, точно не наверх. А, может быть... Может, она сама пооткрывается? Не, вкусный запах. Вкусный запах, но это специально здесь такой. Боюсь. Тут только два. Тут два, да. Два этажа, короче. Мы в пещере сейчас. Можешь представить? Вон туда поедем. Как красиво. Там, правда, сейчас только... Это сколько фит осталось? 40 фит, да. Да ладно. Это 200 фит? Мы реально 200 фит? 200 фит вниз. Я думал, ты пошутила сначала. Да нет, ты чё? Всё, баром, всё. А, сейчас откроется. Ну, это намазали, чтобы не падал. Ну, это... Watch your step, please no flush, no smoking, no vaping. А это что, Sea Lion Cave, 5-6 minutes. А, это типа видео, как, чё да как, нам это не надо. Да, ну. О, ничего себе он это, король этого. Ну, да, здесь, конечно, не передается, на видео вообще не передается. Это вся круть. Это, короче, дырка в скале, и они сюда пробурили... Лифт, короче. Если приглядеться вот туда вдаль, тоже уходит пещера.
Это просто круть. Было бы неплохо там полазить, конечно, но... Здесь только один морской котик, остальные греются на солнышке, похоже. Это круть. А, вон она, пещера еще наверх идет. О, я вам скажу, это очень круто. Просто вот так взять, в скале сделать ступеньки в пещере. И чтобы люди могли это. И в этой пещере морские котики. Здесь сделали вот для красоты. Поставили скелеты. Ну, это этих же морских котиков. Скелеты. Матвей, не торопись. Глядь, здесь такие подпорки поставили под камень, чтобы не спадал камень. А, везде подсветочку сделали, главное. Ну, видно, что они это покрыли все вот в некоторых местах, вот здесь видно. Бетоном, чтобы не это... Да, чтобы приклеить, чтобы не сыпалось. Но там видно, что вон капает там скала, реально. Здесь вот такие вот ступеньки сделали. Вообще. Молодцы. А я думал, это... А, здесь птица сидит. Ну, они, наверное, здесь это тоже жили раньше. До людей. А, вот там. Водопад. Там их, посмотри, сколько много. Где? А. И видно маяк. Да, красиво тут. Заплатили $60 за пятерых. И я думаю, стоит того. Конечно, мы не увидели прям вот, где куча их сидит. Китов. Ой, китов. Все идут, платят и идут в лифт, да? Вот, получается, мы вон там были. Под вот этой вот скалой. Прям видишь, что ты на маленьком острове, а вот так вот так вокруг, вот так вот так вот крыса вокруг себе, и видно, что... Ты честно можешь на день приезжать сюда? Вау, здесь так уютно. А, и пикники здесь по бокам, ага. Ну, смотрю, здесь не сильно людно. Может быть, если сезон. Идем уже несколько минут, и здесь вот так вот сделано. Бревна забиты с одной стороны, бревна забиты с другой стороны. Потом вот так вот доска идет. Какой-то материал кинули и насыпали, чтобы было ровно идти. Вот так, прикольно. Прикольно, прикольно. Даже, наверное, кто-то приходит, стрижет вот эти ветки здесь. Кому-то вот это надо было ехать сюда и вот эти вот бревна здесь забивать. Тут в Орегоне начинаются песчаные дюны. И мы хотели покататься на багги. Такой специальный автобус. Там человек 25-30, наверное, помещается. Не, наверное, меньше. Человек 25, наверное. Но дело в том, что оказалось, что всего два места осталось. А нас пятеро. Я подумал, может быть, детей в машине закрыть, да поехать. Потом подумал, что это, наверное, подсудное дело.
Вот здесь начались дюны песчаные. Я сейчас поднял дрона, а его начало сдувать, короче. Я вчера его еле-еле зубной щеткой от песка очистил. Ну, чтобы вентиляторы крутились. Вот такая щетка. Ультрасаунд такая вибрирует. Ей прочищал, наверное, где-то час, наверное. И сейчас уже что-то не хочется в этом ветре. Попробовал, но здесь ветрено опять. Не знаю, что за Орегон, нигде дрона нельзя поднять. Везде ветра. Наверное, не сезон. На квадроциклах специальными колесами для песка. Тут просто люди гоняют их везде. Ну, не в этом месте, а здесь много травы. Они катаются, где один песок сплошной. Океан, океан вон там за этим лесом. Наверное, придется разуваться. О-е-е. Конечно, запах и вообще все ощущения не передать. Эти вот все желтые цветы вон там, деревья, они пахнут таким апельсиново-медовым ароматом. И вот этот песочек, он такой классный, теплый песок. Просто кайфую. И не надо для этого много денег. В принципе, вообще бесплатно. Парканулся и пошел. Когда бесплатно, это вдвойне приятно. Слов нету. Желтый песок. Запах просто такой сногсшибательный. И вот такой вот трейл. Идешь через эти цветочки. Дрончики нельзя, видишь? Смотри. Потому что, короче, где птицы, я заметил, нигде дронами нельзя. И собаками нельзя. Ну, собаками, наверное, то, что можно. Тебе нельзя. Тебе нельзя на бич. Видишь, что на бич? No dog allowed on beach. А мы вон там припарковались на том этом. Здесь уже меньше ветра. Вау. Слушай, какие-то знакомые цветочки. Идем по лесу, думал, надо будет одевать обувь. А здесь это, песочная. Наслав, иди сюда со мной. Какой массаж, ну? А через что этот мостик? Тут ничего нет. Короче, вышли из леска. Вот такой лесок. Такой вот лесок. И теперь опять дюны. Начинается вроде как. Походу к океану подходим. Трейл туда? Красота. Песочек просто красота. Уже слышно океан. Здесь такие елочки прикольные просто. С этими. Я как этот. Как их называют? Арборист. Не сильно прям уж там люблю растения, но некоторые вещи сильно впечатляют. Вот это круть! То, что, наверное, птички здесь какие-то селятся. Вау!
Ой, это круть вообще. И никого. А, вон там огородили для птичек, я вижу. Ракушки, правда, здесь какие-то такие. Не сильно красивые. Ага, намочил? Вода, скажу вам. Ну-ну-ну-ну-ну. Такая водичка. Хотя я в прошлом году купался. Но было жарко. Даже если холодная вода, ты выходишь, и это просто вот бескрайняя туда вот в никуда. И бескрайняя туда, хоть до Калифорнии езжай. Так вот садись и до Калифорнии. Все. Без остановки. Нашли спину дохлого краба. Ой, это ракушка. Морского плоского ежа. Хотя она должна быть хрупкая очень. Вау. И клешня. А у тебя что? Ракушки? Вау. Ну, весь пляж, смотри. В останках крабов. Все в останках крабов. Я смотрю, они сильно клешни не едят.
Тебе нравится по мостику ходить, да? Да. Я люблю по мостику ходить. Короче, уже час, наверное, идем. Еще 30 минут осталось. 30 минут? По вот этому лесу, по океану шуршали минут 40. Да. Такие вот дела. Ракушек насобирали, все выкинем все равно. Да, Матвей? Это да. Сейчас какие-нибудь эти, как их? Тролли повылазят. Матвеечка. Матвеечка шуршит. Фух. Скажу так, что такие моменты нужно переживать самому. О, вышли к речке. Матвей, проверь, это фреш вода или это, или соленая? Захар, попробуй, соленая или нет, рукой. Есть соленая. Окей. Вот это хайк, ребята. По песку идти тяжело. Разуваешься. А там какие-то колючки в песке. Ну, от этих вот деревьев. Обуваешься, тяжело идти по песку. Идешь по краю, хлестают ветки. Нормально, круто. Это стоит того. Получается, вот так идешь уже сколько времени. Вон Полиночке 5 лет, а она шуршит. Я ее, правда, уже пару раз, минут по 10 понес. Может, больше. А так шуршит. Мы это сделали. Короче, наверное, часа два, наверное, получилось. Сначала идешь по тропе до океана, потом по океану минут 40 мы шли, потом вернулись. Короче, 2 часа. Самое тяжелое — это вот по песку. Это просто жесть. Но стоило. Это было тяжело, но прикольно. Стоило того, да. Короче, пришли позориться, крабов ловить. Вот здесь вот конкуренты уже стоят. Захарик вон с краболовкой. Будем вот на таком пирсе ловить. А вот серьезные краболовщики. Кому еще не надоело смотреть мои видосы? Короче, ищем место, где крабов ловить. Короче, запах не передать. Запах такой, как будто тухлой рыбой. Быстрее давай пройдем здесь. Здесь, короче, рыбу. Или, не знаю, привозят. Ну, тухлятина и капец. Это город Ньюпорт. Ну, прикольный маленький городишко, но запах, конечно, просто жесть. Так, мы, походу, пришли. Ой, конкурентов много. Там, короче, морские котики. Он здоровый такой, глянь. Какая курочка? Ты чё? Обойдется. Помаши руки ручкой маме. Сейчас будет emotional damage. Emotional damage. Не знаю, сейчас посмотрим. Я сказал, что рано еще, а он тянет, не знаю. Очень тяжело, наверное, много раков там, крабов.
воды, потому что тяжело. Да нет, там после 10 килограмм, давай. Смотри, не упади туда. Oh, there is one. Yeah, there is. Oh, there is more than one. Look at this. Wow. Zach. Полина, отойди. Wow. Ничего себе. Wow. That's a... Эй, он может тебя цапнуть. Матвей, Матвей, отойди, отойди. Какой маленький. Ой, ракушка даже какая-то. Смотри, смотри. Матвей, убери голову. Эй, эй, catch him. Oh, that one, small one. Just throw it away. This one? Yep. Да. 6 inches. Да, выкинуть нам. Выкинуть. Отойди, Захар, от этого. А сколько можно хоть крабов? Полина, отойди от этого. Мам, они кинули крабов. Сядь. So, this one. So, this one male, this one female. Оставь пока всех. Красный тоже можно, да, Зай? Да, я даже не знаю, кто есть какие. Вот, это, вот этот их популярный краб, по-моему, можно 12 штук. У него какие? Окей, этого. Матвей, аккуратно, он кусает. Давай этого. Вот это. Захар, отойди, пожалуйста, с этого, с края. Зай, надо было посередине поставить. Таскивай бутылку. Какую его? Вот, вот этот мейл. Это туда? Да. А это фимейл? Да, это фимейл. Надо это фимейл надо убрать, да? Да, давай. О, он сватнул. Надо выкинуть их сватнул. Этот, этот мейл. Hurry up, little man. Короче, на дроне нельзя летать. Поднял и, оказывается, нельзя. Наверное, из-за лодок, наверное. Си? Чего нет? Нет, пропускать? Это все рыболовные суда. Тралы или краболовные. Но видно, что здесь, в этом месте, не ловят краба. Потому что можно увидеть, что здесь нету этих протертых ризок от веревок, как там. Пришлось чуть перепарковаться в другое место, чтобы лед привезти. Ну, уже какой раз? Четвертый, да, вытаскиваем? Ага, о, вообще ничего. Поехали на другое место. Давай, краболовщики мои. Поехали на другое место. Кстати, здесь такая прикольная вещь есть для рыбаков. Для рыбаков. Я потом подойду, сниму. Специально этот место, где чистить рыбу, я потом подойду, сниму. Короче, закинули, а тут конкуренция просто жесть. Я вытаскиваю. Все пришли за крабами. Матвей, оставь еще. Может, мы не ловим, потому что каждые 5 минут вытаскиваем, не знаешь? Покажи на солнышко. Короче, плотоядная звезда. Или это sunfish? Да, это sunfish. И starfish, а это... Короче, из крабов поймали только вот эту. Одну девочку отпустили. И вот эту, короче, протратили здесь время. Не надо выкидывать. Давай, выкидывай, Матвей. Захар. Полинке дай подержать, она выкинет. Вот, короче, дьявольская дырка. Ехали с краболовки и остановились здесь на дьявольской дырке. То, что до этого было, то было по-другому называлось. Там еще какие-то каналы. Прикольно.
Короче, когда отлив, можно туда спускаться. Там обходишь с той стороны и туда спуск. Через эту пещеру заходишь. Там есть фотографии с людьми. Называется Devil Punch. А, Devil's Punch Bowl, или something like that. Да, потому что сейчас прилив и невозможно туда. Вот там маяк мы были. О, вон там кит, там кит. Да. Вот здесь. Короче, где-то там. Да, они сильно не выныривают. Сидят, ждут волны. В общем, результат такой плачевненький. Вот этих можно ловить 20 штук. И без разницы размер, и без разницы пол. Кто-то мальчик. Мальчик. Девочка. И мальчик. Но ловить можно и мальчиков, и девочек любого размера 20 штук. Они уже чуть-чуть уснули от холода. А вот этого можно 12 штук, 6 инчи, это 15 сантиметров, и только мальчиков. Что вот так. Сейчас пойдут в кастрюлю. Сегодня вечером еще пойдем, и завтра утром. То мы так поспрашивали, вроде бы у всех не ловилось. Не только у нас. Морские котики. Морской лев, как они их называют. Сейчас вот закинули еще раз этот краболовку. Я вам скажу, крабы, которые в этот день плавали в океане, и ты их поел, буквально в этот же день намного отличаются от магазинных. Это просто совсем другой продукт. Все запалили костерчик. Правда, тут не сильно холодно. Но все тут с костерчиками. И вот сегодня облачно. Это же сегодня, а вот под вечер. С таким ветром дрова очень быстро сгорят. В этот раз мы решили не среди падших деревьев, а сидеть. А то дым глаза очень сильно режет. Решили на открытом пространстве запалить костер. По-моему, пора вытаскивать уже крабов. Пойдем посмотрим. Ловись, рыбка большая, маленькая. Да, такой рыболовкой ничего не поймаешь. Emotional damage. Emotional damage, да. Physical damage. О, там краб, там краб. Где? Маленький крабок. Смотри, там еще один. Вот смотри, какие крабики мы поймали. Ну, да. Ну, бачено. Вот там тоже сидит. Хорошо, вы этого не видели. Как я закинул сейчас. О, нет. Ничего нету. Ну, так, ради фана. Ради просто удовольствия закинул. Короче, тема такая здесь. Приехали мы в четверг и говорим, надо на 3 дня. Они говорят, на 3 дня $19. Но мы не можем продать на 3 дня, потому что суббота-воскресенье это бесплатно. Короче, по всему Орегону можно ловить крабов бесплатно с суббота-воскресенья. Но это получается как раз переход с одного сезона года на другой сезон года. И они сделали бесплатно, короче, 2 дня. Мы говорим, а на 1 день получается, на 2 дня получается по $22. То есть один день стоит $22.
Я говорю, ну тогда нет смысла покупать нам на 2 дня за $22, если можно подождать 2 дня и будет 2 дня бесплатно. Они, ну конечно, нет смысла. И вот мы как раз, получается, $19 стоит на 3 дня, $22 стоит на 1 день. А мы попали как раз в такой момент, когда 2 дня бесплатно. Крабов. Ну, у них все равно, я думаю, лимит есть. Вот эти большие 12 штук, самцы 6-инчовые, это получается 15 сантиметров. А красные 22, ну, зато любого пола и размера. Мы их уже сточили. Конечно, вкус очень сильно отличается от тех, кто полежал в магазине. Мы пошли поэтому. Пришли. Ну, мы завтра еще поедем. Алиша, отходи за. Да, это дерево здесь, конечно, надолго. Столетняя, это точно, если не больше. Попилить бы его на что-нибудь. Да этим никто заниматься не будет. Ствол здесь, конечно, нереальный. Втроем не обхватишь. Целая нет. Океан жесткий, конечно. С такого можно мачту сделать. Нереально. Я вот смотрю, морские котики вообще сильно не это. Не любят шевелиться. Валяется. Ладно, погнали. Люди повыходили, строят себе всякие хижины, там костры палят. Мы уже приехали в свой отель. Закат, конечно, супер. И волны что-то сегодня сильные. Короче, жесть, ветрюган. Короче, жесть, ветрюганишка здесь нереальный. Не получается нигде на дрончике полетать. Но в основном везде на океане. На океане всегда какой-то такой ветер приливистый. Но здесь вообще жесть. Здесь ничего не поснимать. Сейчас, короче, едем. Покраболовим немного и, наверное, поедем в сторону дома и посмотрим, что там будет дальше. Может, что-нибудь где-нибудь остановимся. Жаль, что на дрончике не получается. Он весит всего лишь там 250 грамм, что ли. Его сдувает неплохо. Сегодня два конкурента на этом маленьком пирсе. Мы вчера были вон на том. Там людей было, видимо, невидимо. Сегодня попробовали залежавшуюся печеночку, посмотрим, как они на печеночку, тухленькую, у этих по 10 штук. Вот они, мои краболовцы. В этом месте, вот здесь между этими столбами,
раньше были такие деревянные, как настилы, плоты. И вот эти вот морские львы и котики, они вот здесь вот на этих настилах по 20-30, по не знаю, по сколько штук сидели. Не знаю, почему убрали эти настилы. Но запах здесь был, конечно, такой от них не очень. И здесь вот ресторан прям. Люди сидели, кушали, а здесь вот они воняли, короче, нереально. Поменяли место дислокации. И, короче, ничего нет. Тут вот тоже конкуренты есть. Не знаю. Наверное, не будем уже ловить. Поедем, наверное. Ну, давай забьем. Или? Пожалуйста, пожалуйста. Покажи, Полиша, девочки, покажи девочке маленькой. Ничего. Мантнамах waterfall. Это да. Сейчас спина сломается. А пойдем наверх. Тут говорится, что в сентябре 4-го 95-го в 5:30 где-то 400 тонн камень упал с самого верха этого водопада и упал 225 фит на верхнюю часть водопада, и весом был как школьный автобус, полный, залитый бетоном. 70 фит волны с брызги накрыли свадьбу. А здесь один раз камень упал, и 13 человек пострадало. Так что надо быть аккуратно. Не пускают. Короче, стена из сетки. Вот такие камушки ловят. Я теперь понял, почему здесь камни упали. Такие вот ловят. Ожидание и реальность. Здесь 200 человек. Ну, не 200, но очень много. Ну, вот такое вот путешествие у нас получилось. Вот такой видос. Все, кто вытерпел, спасибо. Всем пока.